5.05.2024, воскресенье. Общая тенденция дня. День внесения ясности. День, когда вы поймете, что есть белое, что есть черное. Очень многое станет видно, то, что раньше вы не видели и не замечали. День хорошо подходит для медитации, но не советую вам слишком глубоко погружаться в медитативное состояние, иначе можно улететь. Дальше. Никаких планов. Обязательно живите так, как оно будет складываться, потому что все, что вы будете планировать, пойдет не по вашему сценарию. Также берегите свою голову. Много не думайте, особенно негативных мыслей. Почему? Потому что давление, да, сразу же говорят, давление может повышаться и головные боли. Вообще день это предназначен для понимания ценностей, что для вас ценно.